Шеф-повар Максим Григорьев. Теплый салат с курицей. Салат придумался сам собой, когда захотелось чего-то легкого, полезного, но в то же время сытного. Сочетание свежих овощей и куриной грудки, да еще и теплый, думаю, беспроигрышное. Вес ингредиентов, за неимением кухонных весов, удалось указать приблизительно, так что, при приготовлении, варьируйте составляющие и их количество на свое усмотрение. Приятного и легкого вам аппетита! Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Капуста пекинская 0,5 штук. Кунжут белый 15 грамм. Куриное филе 200 грамм. Лук фиолетовый 0,5 штук. Масло оливковое экстра вёрджин 3 столовые ложки. Огурцы 1 грамма. Перец сладкий 0,5 грамм. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Уксус бальзамический темный 3 столовые ложки. Чеснок 2 зубчика. Шпинат свежий 50 г. Шаг 1. Ингредиенты: шпинат, куриное филе, пекинская китайская капуста, огурец свежий, перец зеленый, красный лук, чеснок, кунжут, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Шаг 2. Все овощи и куриное филе тщательно вымоем, высушим и приступим к нарезке. Пекинскую капусту режем не слишком крупно. Шаг 3. Свежий огурец, полукольцами. Шаг 4. Красный лук, также нарежем полукольцами. Шаг 5. Нарезанные овощи сложим в подходящий салатник. Шаг 6. Туда же добавим листики молодого шпината. Шаг 7. Зубчики чеснока раздавим ножом и поместим их в оливковое масло на 5-10 минут. Шаг 8. Куриное филе нарежем небольшими кусочками. Шаг 9. И обжарим его до золотистого цвета на нашем чесночном оливковом масле. Шаг 10. Зеленый перец нарежем некрупными брусочками. Шаг 11. Добавим его к курице. Прожарим все вместе несколько минут. Шаг 12. Добавим жареную курицу в наш салатник. Посолим, поперчим, польем бальзамическим уксусом и посыплем кунжутом. Салат готов! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.